Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Давненько не снимали, и вот настал тот час. Ну что ж, забежим быстренько с вами в магазин, и нам бесплатно достается крестьянин. Это обычный подданный воин. Забираем, конечно же. Так, а что у нас в армии происходит? А ну-ка, покажи-ка мне. Ёлки ты, палки, да неужели я дожил до этого момента, когда Ронин у меня, ребята, получает пятую, последнюю звезду. Конечно, развиваем. Я давно к этому шел, и вот дошел. Ну что ж, друзья мои, я поздравляю нас с этим. Теперь Ронин стал еще круче, еще злее, еще могучее и быстрее, надеюсь. Так, что у нас тут опять по квестам? Запрос, конечно же, все это выполняем. Нам осталось совсем немножко, чтобы получить 101 уровень. Давайте-ка пробежимся по ареночке. Ага, забираем все наши награды. Пчелиный пилон, 24 карточки. А также... угу. Жаба с молотом, жаба с пушкой, крестьянин, ядерный робот и 20 тысяч голды. Слушай, ну неплохо, я тебе скажу. Давайте быстренько сразу же пробежимся, да? Чтобы уже пошел у нас откатик. 84 уровень против нас. Я, наверное, возьму отрядик какой-нибудь послабее. Хм. Слушай, а давай вот этим сыграем. Да, вот именно... нет, нифига себе послабее. Это у нас хороший отряд. Вот этот я возьму, да. Мне не жалко, по крайней мере, потратить здесь одну энергию для того, чтобы пройти нам ареночку. Так, сейчас мы с вами накопим энергии немножко, да, и выпустим. Я думаю, здесь достаточно будет, наверное, одного самурая. Хотя, не забывайте, здесь 85 уровень. Плюс пагода. Такая вот башня у него. А ну-ка проверим, как наш самурай будет против Джиггернаута. О-оу, нет, ребят, так не покатит. Я думал, что будет намного лучше, но нет. Значит, нам придется здесь с вами полноценный делать отряд. Да ладно тебе, он еще и меня и замораживает, а? Ну все, тигр вышел. И я думаю, что сейчас мы быстренько с вами разнесем ему башню. Смотрите, кто вышел, а? Тыракоша собственной персоной. Ну, не тут-то было. Конечно же, кусты вот эти вот не дают ему пройти. Я вызываю нашего дедулю. Ну все, я думаю, что здесь, ребята, победа будет за нами. Джиггернаут опять что-то выеживается. Не знаю почему. Видимо, такая у него задача противостоять мне. Опять, смотри, что делать, да? Опять применил свою ульту. Опять он меня замораживает. Хорошо. Давай переждем это дело и... да, добили. Посмотрим, ребята, сколько нам дадут. Так, я первое место. Ага. 633 тысячи, да? Это новый рекорд. Отлично, я надеюсь, я на первом месте так и останусь. Ну что ж, друзья мои, мы переходим с вами... погоди-ка. Ежедневное испытание. У нас разыгрывается зомби с надгробием. А кто тут у нас будет? Зомби с надгробием. Так, обычный зомби и когтистый. Плюс башня сотого уровня на притягивание. А кого мне дадут на выбор? Так, друзья мои, по-моему, нам стоит в это дело поиграть. Угу, я однозначно тебе скажу, что стоит. Так, давай мы, наверное, сюда возьмем баллисту. И... так, я не могу здесь без босса, понял. Кого тогда мы с вами здесь выберем? Баллиста есть, Ронин есть. Угу. Слушай, я думаю, лишним не будет какой-нибудь крепкий юнит. А у меня... а вот, мы можем с вами взять ниндзю. Да, я возьму ниндзю. Ну что, друзья, давайте попробуем быстренько их здесь ушатать. Потом, соответственно, забрать карточки. Поехали, короче. Так, для начала нам нужно с вами 225 энергии. Для того, чтобы я мог призвать нашего воина-мага. Ну и он уже начнет тут потихоньку разруливать. Ну а дальше для прикрытия у нас пойдет Ронин. Вот так. Оу, да он еще и под скорость. Шикарен парень. Так, теперь не грех вызвать ниндзю. Слушай, я думаю, что здесь победа будет за нами. Так, у меня ульта, если что, есть. Ах ты, смотри, что делает. Он тоже не промах, а? Тоже применяет свою ульту. Ну, как видите, это ему не помогает. Ронин, давай, быстро. Нет, без скоростей. Ну, согласитесь, он у меня теперь красавец. Долго же я шел к этому, чтобы Ронина прокачать по фулочке. И мне это очень льстит. Я очень рад этому. Так, ну что, друзья,
первая победа за нами, и мы с вами получаем 23, да? Да, 23 карточки на зомби с надгробием. Давай-ка посмотрим, что нам дальше. По идее, так же все должно быть, но уже на этот раз 18 карточек нам будут давать. Так, какой у меня отряд-то был? Я уже и забыл. Ну, конечно, без Ронина я никуда. И без ниндзи, без моей тоже. Это просто классные ребята. Обожаю их. Слушай, мне кажется, что здесь даже баллисту не стоит брать. У нас и так все хорошо получится. И я вот, наверное, грифончика возьму. Да, пожалуй, я возьму сюда грифона. Поехали, друзья мои. Это у нас второй бой, потом будет третий. И будем с вами проходить основную сюжеточку. Я вот так решил сегодня сделать. Тем более вы просили, да? Частенько пишите в комментариях: Рэй, где Tower Conquest? Ну, я тоже так подумал. Действительно, давненько не было, почему бы не снять? Ну, вот она, как говорится, смотрите и наслаждайтесь, друзья мои. Немножко я неправильно, конечно, сделал, если честно. Мы всегда начинаем с вами с мага-воина, а я призвал ниндзю. Небольшой недочет у меня получился. Так, ладно. Как же без ульты? Естественно, ребята, ульту он применяет. Мы также в ответочку разнесли. Слушай, я думаю, здесь можно даже ускориться. Потому что мы стопудово здесь выиграем. Изи. По-другому не назвать. Ну что ж, друзья мои, давайте сделаем тогда с вами заключительный третий бой. 13 карточек на зомби. Мне, кстати, хотелось бы посмотреть, сколько вообще нам нужно карточек еще получить для того, чтобы мы смогли с вами пропать зомби. Я надеюсь, на пятую звезду. Что за загрузка? Только не говори, что игра зависла. Да, друзья мои, игра зависла, и мне пришлось перезайти. Но это не беда, потому что у нас с вами следующий бой за зомби с надгробием. Так, выбираем нашу базеночку. Дальше у нас кто тут пойдет? Ронин, маг-воин. Можно было бы взять прыгуна, но не хочу. Прыгун мне здесь не нужен. Так, знаете, кого я думаю в следующий раз прокачать? Да-да, служителя тьмы. Мне кажется, что он будет довольно прикольный. Это единственный боевой хиллер, который наносит повреждения врагам и хиляет наших. В отличие, например, от жрицы, который только хиляет. Или того же самого хилбота. Ну что же, ниндзю, как говорится, в запазуху и побежали. По-быстренькому сейчас, ребят, пробежимся. И все, и не будем, как говорится, уже здесь зависать. Пойдем на прохождение. Так, ну что... Наверное, будем вызывать для начала мага-воина, да? Он здесь разберется со всеми. Плюс, чем он мне нравится, что у нее есть отражение. Это я вообще считаю имба. Если бы еще срабатывало бы оно как можно чаще, то цены бы вообще бы не было ей, согласись. Так, ну что, эти ребята сейчас тут такого жару дадут им. Ну кто сейчас? Когтистый выйдет? По идее, он должен появиться. Ага, ага. Нет, зомби с надгробием появился. Так, тихо, родные, успокоились. Давай, его проминаем. Ну что вы тут? Вот, смотри, как Ронин, красавчик. Просто в соло сейчас вытянет. Изи. Ну вот, все, ребята. Совесть моя чиста, как говорится, душа моя спокойна. Мы с вами получаем последние 8 карточек на зомби с надгробием. И уже идем на основную сюжетную линию. Да все, хорош тут, меня уже утомили. Так, испытание, значит, у нас пройдено, друзья мои. И переходим сюда. Мы остановились на карте подданных. Согласитесь, это круто. И у нас потом будет 112-й портал. О, 112-й, господи. Сколько же я убил времени для того, чтобы добраться до сюда. Ну что ж, друзья мои, приступим, пожалуй. Так, тут у нас мечник, да, и фехтовальщик. Кого будем с вами брать? Ну, в принципе, я могу и этим отрядом пойти. Но фехтовальщик меня немножко смущает. Потому что он шустрый, быстрый. И, наверное, мы возьмем... Вот так, погоди-ка, секунду. У них фехтовальщик довольно дешевый юнит. Поэтому он будет быстро появляться. Не хочу я брать этот имбовый отряд сюда. Давай вот... Погоди-ка, секунду. А как мы вообще раньше с вами рубились? Вот этот я возьму. Да, тут у меня есть самурай, тут у меня есть мечник. Ну, если что... Для, как говорится, подстраховки у нас тыквоголовый. Поехали, попробуем. Нам всего лишь-то нужно здесь 5 побед сделать. И мы с вами перейдем на следующий портал. Приступим потихонечку, да ведь? Так, 150, да? 150 и 125, погнали. Ай-яй-яй, сейчас начнется, ребят. Сейчас, я чувствую, начнется. Ну, естественно, он сразу же встан. Кто бы мог
в этом сомневаться. Я так лично нисколечко не сомневался. Смотри, что происходит, друзья мои. Смотри, что происходит. Мне нужна ульта и как можно быстрее. Ну, где эти корни, ёпрасоте? Нет, 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 друзья мои, нет, 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 не, не должно быть такого. Все-таки получили мы с вами урон по базе. В общем, переигрывать этот уровень нужно однозначно и ясен перец не этим отрядом. Потому что, ну, фейлимся здесь. Фейлимся, так что... Вот когда будет расстояние побольше между замками, тогда да, тогда можно будет этим отрядом играть. А в данный момент не прокатит. Я ускоряюсь, с вашего позволения. Карточка на фехтовальщика мне выпала. Так, ну, этот уровень мы пройдем с вами. Но не на 3 звездочки, конечно же. Давай еще ускоримся. Вызовем мечника, ураганчик. Ну давай, 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 расколбашиваем его. Давай, последний удар. Все, отлично. Ну что, друзья, я так понимаю, что этим отрядом, ну, не прокатим. Не прокатим эту карточку. Нам, конечно же, нужно взять даже... Хотя, в принципе, вот этим вполне можно победить. Наверное, так с вами и поступим. Так, сейчас мы будем с вами, наверное, в первую очередь выпускать ниндзю. Хотя нет, не ниндзю, ребята. У нас здесь есть с вами голем. А он довольно сильный и крепкий паренек. Он должен противостоять фехтовальщикам. Так, давай проверим. Мне главное сейчас призвать ниндзю в помощь, и я думаю, что все будет тип-топ у нас. Проверим? Проверим. Голем, пожалуйста, не падай, родной мой, не падай. Он упал, друзья мои, он упал. Жаба с молотом. Слушай, она довольно неплохо бомбит. Так, еще одного голема с вами позовем. Ульту я пока применять не буду, я не вижу в этом смысла. Еще ниндзю призовем. Смотрите, что происходит, ребята. Мы сейчас просто-напросто продавим нашего противника. Просто снесем его вот нашей стеной. Ну ладно тебе, фехтовальщик, успокойся. Заморозка как раз вовремя. Ну что, друзья, вы сами все прекрасно видите. Разнос у нас здесь полнейший идет. И побед за нами. Хорошо, первая попытка была неудачная. Но со второй вроде бы все у нас пошло хорошо. Так, у нас прибавляется здесь копейщица. Для меня это вообще, ребята, не персонаж. Я не вижу в нем ничего хорошего. И как бы... Даже не стремлюсь его, честно говоря, получить к себе. Я не вижу в нем никакой выгоды. Так, фехтовальщик, хорошо, мы сейчас попробуем его накумарить вот таким вот образом. С удара, по идее, должны снести. Нет? А это уже новости какие-то для меня. Раньше, по-моему, ребята, мы с удара сносили его. Так, тихо, смотри, кто идет. Нам нужно отодвинуть немножко противников, потому что копьишка пробивает довольно далеко. И он может нам задеть базу. А мне это не нужно. Так, давай-ка вызовем нашего БФГшку. Я надеюсь, БФГшка здесь пошалит маленько. Ну, куда-то пошла там. Давай, бомби лучом своим. Не хочет пока. Ладно, друзья мои. В любом случае, все, здесь победа будет за нами. Знаешь, что мне не нравится в моем вот этом отряде? У меня здесь два танка. Причем довольно медленных. Это голем, да, и жаба с молотом. Мне кажется, здесь нужно что-то поменять. Может быть, даже какого-то поставить хила. Хиллер бы здесь, наверное, не помешал бы. Но это все в дальнейшем. Так, друзья, здесь у нас прибавляется лучник. И я думаю, с лучником никаких проблем не будет. Моя ниндзя должна, в принципе, справляться с ними на изи. А как оно все пойдет на самом деле, сейчас увидим. Ну, расстояние между замками уже довольно приличное. Так что бояться уже ничего, в принципе, не стоит. Кроме какой-нибудь неожиданности детской. Так, давай, 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 роднуля. Выбегай, бомби. Кстати, мне вот это ниндзя почему-то чем-то, ребята, издали напоминает Алапекс. Ну, это лису ниндзю из черепашек ниндзя. Так, ну, я и говорю вам, лучница это вообще не алё. Падает просто с полтычка от моей ниндзи. А если мы вызовем две ниндзи, то они будут просто вдвоем все разрывать на своем пути. А если еще и БФГ-ха подползет. БФГ это, знаете, ребята, своего рода черепаха, только космическая. Почему-то я вот так вот подумал. Так, смотрите, нам карточки на фехтовальщика только в путь выпадают. Только в путь, и это круто. У нас, кстати, фехтовальщик не прокачанный по полной программе. Так что есть смысл стремиться к этому. Ну что, друзья, так, секундочку. Здесь у нас разбойник появляется, да? Бродяга. Он у нас обычно любит что делать? В невидимость входить, да? И потом появляться в ненужный момент и бомбить.
Я думаю, что вот этот отряд вполне готов проявить себя, потому что здесь есть паладин, который довольно крепкий, жесткий. Здесь есть щитобот, который тоже, в принципе, не даст в обиду ни себя, ни других. Будем сейчас отбиваться с вами. Опачки, вот об этом я, ребята, вам и говорил. Смотрите, он в первую очередь выпускает бродягу. Что мы с вами делаем? Конечно же, будем вызывать, наверное, паладина. Так, палыч, давай. С удара. Зергут. Так, теперь щитобот. Но не стоит забывать, ребята, что он будет постоянно его призывать. Так что нужно держать какого-то юнита. Как говорится, вот, видите, на изготовке. Ураганчик полетел, полетел. И ему пофиг, в инвизе, ребята, ему пофиг на мой ураганчик, он его просто проходит. Шикарно все у нас тут вышло. Так, можно применить ульту, но пока не стоит. Давайте лучше мы с вами покопим немножко энергии. Так, опять этот, да, бродяга ползет. Ну, упал. Погоди секунду, мне что-то кажется, или это так уже, ребята, начали появляться противники, да? Я вначале подумал, что это какой-то щит, а это просто так срабатывает телепорт. Понятно. Ну что ты, бродяга? Не на тех напал парень. Отдохни. Что такое? Что здесь происходит, ребят? Мы до сих пор не можем их пробить. В чем проблема-то? Эй! В чем проблема, я спрашиваю? Дай сюда деньги. Надо было, наверное, нам друидку с вами позвать. Хотя зачем она здесь нужна? Все у нас и так тип-топ. Заберем деньги, энергию. Так, оглуши, пожалуйста, его, щитобот. Нет? Ну, тогда вот так. Тоже как вариант. Что-то я не могу понять. У нас так бой с вами затянулся. Долго. Причем мои всадники на журавлях постоянно бомбили его замок. Но безрезультатно. Ну что, друзья мои, последний бой, и здесь у нас король. Король, но не голый. Одетый пока еще, да? Так, кого мы можем взять? В принципе, грифон и баллисты вот для этого уровня самое то. Потому что король не может бомбить воздушные цели. Запомните это, друзья мои. Если у вас есть летающие юниты, и вы на ранней стадии игры, то против короля берите всегда летающих юнитов. Они вам очень хорошо помогут здесь. Ну что, друзья, так, мечник, ага, и лучница. Ну давай для затравочки нашего Тиракушу выпустим. Пускай попробует его пробить. А следом, конечно же, баллисту призовем. Так, и пора бы, наверное, уже думать о том, чтобы вызвать жнеца. Да? Наверное, начнем с него. Ёлки-палки, фаербол полетел. Хе-хе. Так, грифончик, давай. Ты как раз зайдешь хорошо против короля. Не вышел там он еще? Нет, пока не вижу. Ой, зачем ты подстреляешь, грифа? Куда ты полетел, а? Сейчас же тебя расстреляет лучница. Ай-яй-яй-яй, непорядок. А вот, ребята, и королюшка появился. Мы замораживаем всю эту шоблу. Ха-ха-ха. Смотри, что происходит, а? Ну все, конечно же, ребят, мы его сейчас разберем. Подожди. Все-таки мы его осадили. Причем довольно неплохо. Фаербол полетел от рейчика. Ну и дальше вызываем грифона. Ребята, все. Одним словом, здесь катка уже пройдена. Ничего ему уже тут не поможет и не спасет. Единственное, что он может, мы их... Ты смотри-ка. Мы его даже здесь зачекрыжили. Я думал, что он жнецами его подобьет. Разбойник, который ползал там. Но не тут-то было. Все. Сейчас расстреливаем, и победа за нами, друзья мои. Мы с вами переходим на портал Момики, но перед этим заберем наши награды. Так, сундук подданных, что же нам отсюда выпадет? Так, эльф, ай, копеечца, ну вот денежка, это хорошо, это всегда радует. Правда, на самом деле, ребят, я не знаю, для чего мне деньги, я уже вроде бы все улучшил, все купил, и столько для будущих воинов. Так, ну что, жаба с пушкой у нас, 14 карточек, вот, обожаю вот это, ребят, сторожевая сфера. И призрак, 14 карточек. Ну что же, а мы отправляемся с вами на новую карту. И давайте посмотрим, что у нас тут. Естественно, ребят, нефритовая долина. Потом долина захватчиков. Также фабрика роботов. Долина подданных. И опять же, долина захватчиков. Очень-очень интересная постановочка у них здесь. Две повторяющихся карты, ребята. Это захватчики. Ну что ж, для нас это, в принципе, ерунда. Начнем, пожалуй, да? Погоди секунду, там копейщик и тигр. Опачки. Я забыл про фарм. Я забыл, ребят, про фарм. Все, фейл, сразу же. Да, фейл сразу же. Я забыл, ребят, про этих копейщиков, что они очень дешевые и быстрые.
принципе, на этом и спекся. Ладно, я ускоряюсь. Естественно, я накажу их всех тут. Они никуда от этого не денутся, от моего возмездия. Но нам придется с вами переигрывать. Хотим мы этого или нет. Так, ну давай, 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 друзья мои. Разбираемся, я уже на полную скорость поставил. Что так медленно все у нас тут происходит? Тигр тут еще, который нам не нужен. Ага, душа, естественно. Как же без нее? Так, давай. Терракоши, бомбим, короче, ему замок. И переигрываем этот уровень. Давай, давай, давай. Ну, последний удар, отлично. Ну, что там опять мешает нам кто-то? Копейщики постоянно выходят. Да, друзья, переигрываем однозначно. Не-не-не, куда вы бежите? Мы остаемся пока здесь. Вот, вот этим... Вот этим вот, ребята, отрядом будем проходить. Ну почему? Потому что 125 стоит у нас молотильщик. И соточку всего лишь стоит щитобот. Как раз он вот этих вот олухов будет контрить на ура. А причем мы сейчас еще вот этого парня вызовем. И сейчас дела пойдут в гору, смотри. Изи, изи. Кто у него там еще, тигр, да? Это вообще не помеха для нас. Если он успеет даже его призвать, может быть, мы даже... Замок ему сейчас просто разнесем в хламину. Нет, успел призвать, ты посмотри-ка. Ладно, на этот случай у нас с вами есть ульта. Ну и также не забываем, ребят, про вот этого нашего всадника на журавле, который просто красавец против тигра. Вот так вот, да выеживался, а я его предупреждал. Надо было сразу проигрывать ему в первом раунде. Нет, он что-то выделался. Так, ну здесь ничего не изменилось. Добавляется только лишь храмовый пес, который вообще для меня никаких трудностей вообще не делает. Поэтому давайте его быстренько сейчас разносить. Такая же будет, я думаю, стратегия у нас, да? Щитобот, потом молотильщик, паладин, ну и всадник на журавле. Что он там призадумался? Вот мне никогда не нравится, ребят, когда он начинает долго думать. Я привык, когда он сразу противников вызывает. Ой-ой-ой-ой, куда это ты у меня побежал, щитобот? Родной, вернись, я все прощу. Такой ты-ты-ты-ты-ты-ты идет довольный, без щита. Все свои шестеренки наружу, которые причем что-то не крутятся, наверное, заржавели. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. А, тигр опять, да, появился здесь? Ну что ж, тигренок, пора тебе отдуплиться. Вот что я хочу сказать. Еще вызовем паладина. Куда ты побежал, а? Вот куда ты побежал? Все, дрейфит, дрейфит он. Квест завершен, разрушитель, это хорошо. Сейчас действительно квест завершим, когда разрушим ему базу. Смотри как. Тает здоровье у базы просто моментально. Тю-дю-дю-дю-дюнь. Изи. Ну что же, а мы с вами двигаемся дальше. Да, друзья, наш путь пока довольно легок. Опачки. Самураюшка. Угу. Нежданчик, честно тебе сказать, для меня, самураюшка. Зачем ты прибыл в такой недобрый час? Ну что, друзья, будем также противостоять, естественно, щитобот, да, наш молотильщик. Единственное, что нам нужно сбивать его скорость, если она будет у него. Поехали, посмотрим. Твою же налево, ты смотри, что делает, а, друзья мои, ты смотри, что он делает. Пробьет ведь. Фух, спасибо тебе, молотильщик, за твой предсмертный хрип, что ты выпустил циркуляру. Ну что, ну что, ну ты издеваешься сейчас надо мной, что ли? Я не понял, а? Ведь издевается он, друзья. В наглую, он смеется мне в лицо. Изи, оглушили мы его. Так, а тут уже и тигриный олух подошел. Так, ребят, я пытаюсь. Но попытки эти тщетны на самом деле. Потому что, ну, с тигром очень сложно будет, ребят, сейчас, ну. Ну давай вот так попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не, родной. Не надо, не надо, не надо атаковать, ну пожалуйста, я вас умоляю, не надо наносить урон базе. Плиз. Так, вроде бы выровнялись. Ху, но это ненадолго, друзья мои. Сейчас только Ронин появится. Ну, а он уже бежит. А давай вот так вот сделаем, а? Ну что, все, припухли, родные мои. Так, у нас, ребята, 1,5 минуты, нам нужно с вами что-то делать, менять, как говорится, в нашу сторону все, да? Положение. Так. О, карточка на Ронина выпала. Давай, 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 родные мои. Прожигаем базенку ему. Не стоим, не сачкуем. Действуем на 100%. Даже на 200.
Молодцы, красавчики вы у меня. Ну что же, очередная, друзья мои, победа, а мы с вами переходим дальше. Это у нас предпоследняя миссия, и смотрим. Так, здесь добавляется ниндзя, да, вместо Ронина. Вместо Ронина идет ниндзя. А что, если мы с вами вот так сделаем? Попробуем. Ниндзя на ниндзю, да, дает офигенный эффект. Даже несмотря на то, что здесь, конечно же, есть храмовый пес, я думаю, мои танки с этим делом справятся. Я в это свято верю, на самом деле. Ну что же, приступим с жабы с молотом. Ну, естественно, будем прикрывать, наверное, ниндзей все это дело. Вот так вот. Ах ты за серия, мелкий. Ты посмотри, ребята, он вызвал тигра. Это не есть гуд на самом деле. Это не есть гуд. Почему, вы сейчас все поймете. Хотя, ай-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай ульту применим. Что-то тут мне не нравится. Как все у нас идет с вами. Смотри, что делает, а. Друзья мои, он прожигает. Прожигает моих юнитов. Так, солидно. Давай-ка мы сделаем вот таким вот. Ход конем, так сказать. БФГ, выручай меня, пожалуйста. Храмовый пес тут мешается, да, под ногами. Пес шалудевый. Ну. Так, тигра разносим. Или нет? Нет, ребят, не получается, пока не выходит ни шиша. У него довольно сильный тигр. Так, тихо. Попробуем. Жаба с молотом, ты куда побежала? Кто тебя там напугал? Храмовый пес, что ли? Он вроде бы не вякал, ничего. Вторжение. Мы только квесты с вами завершаем. Один за другим. Вместо того, чтобы побеждать. Слушай, ну мы прожали нашего противника. Вы прекрасно видите, что мы уже возле башни. Нам остается только разнести ее, и все, и будет победа. И там уже следующий уровень с боссом. Так что давайте подготавливаться к этому делу. Денег, сколько у нас с вами денег там, мне хотелось бы знать. Наверное, целая куча уже. Так, ребята мои, здесь у нас будет богиня солнца, как вы видите. Но командочка меня здесь впечатляет. Ты посмотри. Ронин, копейщик, ниндзя, тигр и богиня солнца. Слушай, здесь, скорее всего, имба нужна. Я без нее никуда здесь не денусь. Ох, мне, знаешь, чего не хватает вот в этой колоде до 100%, как говорится, завершения ее. До ее состава. Мне не хватает чумную мышь прокачать на 5 звезд. И тогда все. Тогда будет все нормуль. Так, ну что, Ронин сейчас побежит или нет? Естественно, друзья мои, естественно. Ну, ать, с удара снес. Олух ты. Ай, друзья мои, ну, естественно, придется переигрывать. Ну, естественно. Так, я ускоряюсь. Естественно, без этого нам никуда. Мне уже, в принципе, здесь, как бы, ну, смысл играть нету. Ну, так. Для проформы, ребят, просто для проформы. Смотри, что происходит. Просто прожимаем всех. Не богиня солнца, ребята, а маг-воин тут практически в соло забомбила ему базу. Давай еще одну ульту применим. Ага. Я не успеваю даже деньги, ребят, хватать, которые выпадают тут везде. Со всех щелей, можно так сказать. Ураганчик. Ну, там последний удар осталось всего лишь сделать. Что у нас не получается? Давай ульту применим. Так, и все, подбил. Слушайте, друзья мои, что-то как-то у нас здесь долго все это дело затянулось. Вы видели, да? Может быть, нам взять немножечко другой отряд? Другой отряд это какой? Этот, что ли? Да ну. Против Ронина и Ниндзи у нас только, по-моему, имба прокатит, мне кажется. Хотя вот этот отряд, нет, не пойдет. Ладно, друзья мои, давайте еще разок сыграем. Понимаешь, дело в том, что я пропустил Ронина. А Ронин бежал на ускорение. Давай попробуем, знаешь, что сделать? Тоже Ронина, что ли, вызвать? Ну, как вариант, я не знаю, давай попробуем. Мой идет еле-еле. Ага, у него тоже просто вышел. Так, ну давай посмотрим, кто кого. А почему? Обалдеть. Так, это все, ребят, копейщик виноват. Ну, вот так вот. Хорошо, да ладно тебе. Ульту, естественно, ребята, мне пришлось применить. Ниндзя выжил. Так, добили ультой. Так, ну что, ребят, копим энергию. Пока чумная моя мышь тут летит. Я надеюсь, она будет контрить Ронина. А, тут тигр. Так, уже богиня солнца у него вышла. Ну что, друзья, настало время призвать нам ведьму, верно?
Успеем ли мы с вами? Успеем ли мы с вами, блин, призвать? Успел. И ульта. Так, отлично. Шикамбэк. Богиня солнца спеклась только что на ваших глазах. И это заслуга Рунина на самом деле была, а? Он неплохо так прожарил ее. Давай, давай, давай. Сейчас вам моя ведьмочка устроит карнавальную ночь. Тут еще и Ронин в истерике у нас выбежал. Так, вызываем, ребята, прыгуна. Слушай, хотя я думаю, все. Тут будет победушка за нами. Я буду ульту применять. Да. Изи катка. Все четко. Ну что же, а мы с вами получаем реворд за нефритовую империю. Так, и нам достается храмовый пес. Вот, всадник на журавле хорошо, конечно, но он у нас прокачан полностью. И 10 карточек на черепаху с пушкой. Так, территория захватчиков. И у нас здесь пришелец. Маленькая НЛО и жаба с пушкой. Так, что мы с вами здесь будем мутить? Кто мне скажет? Этот отряд брать, я думаю, не стоит, потому что пришелец будет тырить, как обычно. Как всегда, он такой вот жучара. Давай вот с этого отряда начнем. Тут есть баллиста, у нас есть грифон. Против этого мелкого НЛОшки мы должны как-то справиться. Так, у него жаба с молотом, да? Она довольно дорого стоит, поэтому я думаю, мы с вами... Погоди-ка, погоди-ка. Он же сейчас НЛО вызовет, да? И похитит мне. Ай-яй-яй-яй-яй, друзья мои, вот это я сейчас лопу. Хотя нет, хотя все хорошо, друзья мои. Нам повезло. Нам с вами очень сильно повезло. Да ну, завязывай, еще призвал. Так, нам нужно вот эту штуку бомбить, друзья мои, конечно. А то он сейчас будет тут воровать моих юнитов. А нам это нужно? Конечно же нет. Так, максимальное количество маны я набрал. И пора, наверное, призывать жнеца. Да? Да, давай жнеца вызовем. Смотри, что делать, а. Мелкий пройдоха, получи. Хе-хе. И наш отряд зомби начинает расти потихоньку. Так, ну что, я думаю, тут все, всем и так понятно, что здесь будет победа за нами. Я сейчас фаербол еще применю. Хотел уже похитить, да? Моего, как говорится, таракошу. Нормуль. Довольно все легко и просто, а мы двигаемся с вами дальше. Вторая миссия, и здесь у нас воблер прибавляется. Слушай, ну воблера, ребят, если контрить его издалека... то все пучком. Вблизи, конечно, очень плохо с ним стоять, потому что он выпускает свои батаранги эти, да, которые проходят через юнитов и наносят им довольно солидный урон. А, ага. Так, что-то мне вот это, ребята, знакомо. По-моему, в конце так оно и будет, да? У нас там полетит это НЛО, а следом за ним побежит улитка. Поэтому нам нужно будет взять самый простенький отрядик. А это именно тот, где находится... Да куда ты летишь? Ты уже достал меня. А это где у нас находится именно мечник? Там же у нас находится этот молотильщик. Именно вот тот отряд нам и нужен будет. Видите, да, что делает воблер? Вот он свои батаранги эти выпускает. Так, тихо-тихо-тихо. А, ты все-таки похитил, а? Ты посмотри, ребят, он еще и на свою сторону его переманивает. Твою же налево. Как не вовремя это для меня все на самом деле, друзья. Так, фаербол. Ну, хотя бы так. Воблер, ты достал уже там буянить. Опять сейчас похитит. А, ну... Сломанного джиггернаута забрал. Ладно, хорошо, мне не жалко, в принципе, его. Давай-ка. Вот, мне нужна прокачанная чуная мышь. И мне нужен прокачанный наш вот этот вот воронок. Грифа, конечно же, ребята. Грифон мне нужен тоже прокачанный, потому что он пока имеет 4 звезды. Будем с вами играть, ну, как мы и договорились, да, до всех 5 звездочных персонажей. Ну, сразу скажу, что играть будем довольно редко. То есть я буду играть, но видосики по этой игре снимать будем немножко, как говорится, реже. Потому что сами вы говорите, что много одного и того же, как бы неинтересно, будем... С вами делайте видосики, когда кто-то у нас новый появляется на прокачке. Я думаю, это хороший вариант будет. Так, ну что, друзья, давайте подкопим немножко с вами энергии. И будем вначале призывать
Так, жаба с молотом вышла, да? Ну хорошо, давай, давай ты, ракуша, устрой ему. Кто там? Ой, слизень, морпех, собственной персоной, явился, не запалился. Нет, 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 фаербол, шиканбэк. Мне это слово, ребят, понравилось. А вы поняли, да, откуда это слово, шиканбэк? Это же у нас из этой, ёпарс, так как же она? Ну вы поняли, короче. Это башни, которые горнила там, вот это вот все. Так, тихо. Сейчас мы этого слизняка завалим с вами. Нормуль. Kingdom Rush, вот, елки-палки. Это из игры Kingdom Rush. Так, ну что? Давай, 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 дорогие мои друзья. Пошевельтесь, база уже практически готова сдаться. Ага. Еще удар. И ураганчик. Хотя он, в принципе, здесь и не нужен. Ну что же, очередная победа. Довольно все легко и просто. Предпоследняя, да, миссия. Так, ох, вот, вот, ребят, смотрите, что происходит. Здесь будет пришелец и сразу же улитка. Значит, мы переходим с вами вот на этот отряд. А здесь энергии, кстати, очень мало. Ага. Так, ну что же. Для начала, естественно, выпускаем с вами щитобота. Сейчас, смотри, что будет. Не так я сделал, маленечко. Ладно, фиг с ним. Теперь выпускаем нашего молотильщика. Естественно, пришелец похищает молотильщика. Здравствуйте, приплыли. А почему он поменял? Друзья мои, не так все должно было быть. Все абсолютно не так. Вот сейчас похитит, да? И еще и на свою сторону переманивает. Нет, 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 парень. Выпустить, да, все-таки? Нет, полетел. Да иди ты в пень! Да, господи, друзья мои, что? Что-то вообще, вообще не так, как нужно было все получилось, друзья. У нас, короче, новая проблема с вами. Проблема в том, что мне нужно 500 магии. Для того, чтобы я смог призвать сюда, естественно, нашу друидку. Иначе тут будет хана. Так, ну-ка. Покажи-ка им тут, где раки зимуют. Нет, вы достали уже тут. Совсем, смотрю, припухли. Со всеми, смотрю, они тут припухли. Ну, давай, ставь, ставь тотемы. На отхил ставь тотем рядом с... Да, идет? Идет, ребята. Ну, слушай, по-моему, этого будет маловато. Тотем же у нас какое-то определенное количество времени, да, действует? Сейчас посмотрим. Наверное, не дохиляет, не успеет. Или успеет? Смотри-ка, успели, все, ребята. Давай, полная концентрация. Всех в разнос. У нас 54 секунды, нам нужно пошевеливаться с вами. Это что-то, это что сейчас? Друзья, это что сейчас вылетело такое, вы видели? Если кто-то не обратил внимания, можете перемотать маленько. Там что-то очень странное такое вылетело. Похожее было чем-то на черепаху на колесиках. Хотя звук был улитки. Ладно, это, видимо, какие-то баги игры. Ну что, давай, 28 секунд. У нас база еще, ребят, целенькая, почти. Нам нужно ее сносить. Что за дела-то, эй? Ну-ну-ну-ну, поднажали, поднажали, есть. Пробили. Друидушка аж такая глазами заморгала. Даже не в понятках было, что произошло. Так, друзья. Вот тут у нас как раз, по-моему, так и получится. Та ситуация, про которую я вам говорил. Сейчас будет идти пришелец. Потом сразу же следом вот эта улитка. Мне нужны вот, вот эти вот подойдут, ребята, я думаю. Слушай, ну с боссом драться? Фу. Без имбы? Не знаю, не знаю. Ну давай проверим, что мы здесь с вами сможем замутить. Так, ну что, как я вам говорил, в первую очередь вызываем этого. И сразу же следом самурая. Вот так это все должно выглядеть. Ну, естественно, похищает. И вот, как я вам говорил, летит улитка. Все предсказуемо. Потому что этот этап уже пройден не один миллион раз. Так, нам надо призвать, наверное, с вами тигра и корни. Ну-ну-ну-ну. Ай-яй-яй-яй-яй, это было больно, это было плохо. Можно призвать деда. Если я призову деда, что нам это даст? Ну, нам это даст небольшое преимущество, да, в принципе. Давай, попробуем. Не забывайте здесь, ребята, у нас лорд пустоты.
Твою ж налево, только сказал, и вот он появился. Нет. Ты посмотри, ребята, у него радиус, блин, поражения. Он совсем припух. Он припух просто в корень. Где? Я не понял, я же вроде тыквоголового призывал. Кто его снес уже? Что-то происходит, а? Что за ересь? Дед упал мой. Офигеть. Нет, ребят, ну тут, конечно, вообще жесть какая-то. Ну, давай, посмотрим, что ты... Ты понял? Ты посмотри, у него радиус атаки его ульты. Тебя это не смущает? Меня так это вообще смущает прям... Да нельзя. Давай, друзья мои, попробуйте наказать его. Там осталось совсем чуть-чуть, ну... Конечно. Ну что он там делает? Барахлит. И всех обратно бамс и притягивает. Да. Не получится у нас его пробить с вами. Вообще не варик. Не, друзья. Это не тот. Не тот случай. У меня не получается просто ничего сделать с ним. Тем более он нанес урон уже по базе. Все. Тут можно фейлиться спокойно. Даже если мы его завалим, мы не успеем по времени. А даже если успеем по времени, то... Все равно фейл, потому что урон по базе уже нанесен. Давай, друзья, ускоряться будем с вами и, естественно, переигрывать этот этап. Так. Как же меня этот пришелец выводит из себя, я не могу прям. Ну давай, друзья мои, мы уже на ускорении с вами играем. Давайте быстренько пробиваем тут всех налево и направо. Так, еще одного тыквоголового призовем. Корни выпустим. Все, он вроде бы, ребята, стух. Никого не... А, нет, призывает. Я уже думал, он все закончил на этом. Нет, ни шиша. Смотри, какой долгий, затянувшийся у нас с вами тут бой получается. Да. В любом случае, эта команда бы не прошла испытание. Только имба. Вот что я тебе могу сказать. Только имба нам здесь поможет. Так, давай переиграем. Где у нас... Имба, имбище. Вот она. Так, ну что, выпускаем Ронина. Следом, значит, выпускаем нашего вот этого мага-рыцаря, да? И я надеюсь, все будет хорошо. Успеть бы еще. Успеть бы нам еще, друзья, это все сделать, замутить. Так, ну что, Ронин, ты готов? Побежал. Во, красавелла. Ну, естественно, его похитили. Так, вот теперь нам нужно... Вот, успел. Ага, изи. Так, давай, Ронин. Молодец, красавчик, руби. Класс он, да, ребята? Все хп практически сносит. Так, ну что, настало время, наверное, для ведьмы. Я сейчас накоплю и призову. Так, снесли хламона. Друзья, я готов призвать ведьму. Вот она, пошла ульта у меня, как говорится, на изготовочке. Только пускай... Сунется, я ему сразу припечатаю по полной программе. Вот он, сунулся. Припечатываем, ребята. Да ладно тебе, вы издеваетесь сейчас, что ли? Всю жизнь играл, бомбила у меня ульта на ура. А тут, смотри-ка, нифигашечки. Сейчас проблемы могут быть у нас с вами. Они уже... Нет, мы его все-таки успели завалить, этого лорда пустоты. Давай, Ронин, родной мой. Там осталось всего лишь удар по базе нанести, и все. Нормуль. Слушай, ну хорошо, имба работает, и против нее, как говорится, не попрешь. Ну что, друзья, сундук захватчика, и смотрим, что нам здесь выпадает. О, шикарно. 11 карточек на лорда пустоты, да? 10 карточек у нас на жабу с молотом, и 10 карточек на базу, 11 точнее. Так, сколько нам еще, елки-палки, тут что-то еще идти. До посинения, до потери пульса. Мы с вами на фабрике роботов, и встречает нас здесь молотильщик. И щитобот. Так, а у меня энергия-то хоть где-нибудь есть? На каком-нибудь отряде? Везде по чуть-чуть. Угу. Ну, давай начнем с этого отряда, потому что здесь больше всего энергии. Может быть, пока мы будем немножко тут с вами проходить, она подкопится. Так, щитобот, да? Довольно крепкий чувачок. Плюс, ага. Ну, давай посмотрим. Давай, второй удар, ну. Нормуль. Так, разносим щитобота, и, наверное, нам нужно с вами копить денежку на кого? На тыквоголового, на кого еще-то?
Так, погоди-ка, пока нам не до этого. Рубим, рубим, рубим. Корни. Это самое то. И вот теперь тыквоголовый. Чё он сделал, а? Это кого-нибудь удивило? Меня нисколечко. В принципе, я догадывался, что так будет. Ладно, давай дальше проходить. Ну, я не могу понять, кто там. А, там молотильщик вражеский бомбит. Ой-ой-ой. Ты прикинь, они нас прожимают, друзья мои. Они нас прожимают. И сейчас, по-моему, мы сфейлимся. Да. Фейл наступил. Твою же налево. Да что ж такое, почему так не везет-то нам, а, в последнее время? Ну, друзья, это все из-за того, что мы с вами давненько не играли. Сноровочка моя потерялась. И, как видите, разучился играть. Раньше я все знал досконально, где, куда, какой отрядик воткнуть. Ну, так как мы с вами играем очень реденько, все, естественно, это забывается. И пока ты вспомнишь, уже начинаешь довольно неплохо проигрывать. Ладно, друзья, конечно же, будем переигрывать. Значит, щитобот и молотильщик мне тут устроили, да, взбучку. Хорошо, друзья мои. Я, конечно же, буду делать ответный удар. И сделаем мы это с вами с помощью вот этого отряда. Спросите, почему именно этого отряда? Ну, потому что здесь то же самое, ребята. Щитобот и молотильщик. Только уровень у меня за соточку у всех. Поехали. Посмотрим, как говорится, чья правда и кто возьмет. Так, да-да-да-да-да, конечно. Ты не думаешь, что у меня то же самое есть, парнишка, а? Ха, опс. Обменчик такой неплохой, да, вышел у нас, друзья мои. Давай дальше тогда прожимать его. Вот так вот. Ну, да ты посмотри, ребят, вам не кажется, что он зачастил с ультой от молотильщика? Мне так лично почему-то это очень сильно кажется. Ну, проверим. У меня еще ни разу не вылетало циркуляра. Вот, только сейчас вылетело. Это шикарно. Проминаем, проминаем, конечно же. Никакой, ребята, им свободы действий. Полный захват и тотальное уничтожение. Так, давай здесь прогрызаем себе дорогу. Молотильщика вызовем. Смотри, что он делает, а. Постоянно у него вылетает циркуляра. На постой практически. Ну, давай здесь-то нахлобучим вот. Ну. Так, нормуль, все, друзья мои. Начинаем пилить базу. Начинаем пилить базу. И я думаю, что победа здесь будет уже за нами. Что бы он тут уже не делал. Мы всаднички, ага. Даже второй не успел подойти, как мы базу разбомбили. А я хотел, что сейчас двумя всадниками просто разнесем в щепки ему башенку. Ну что, друзья, переходим на второй этап. И здесь, ух, физкультурник собственной персоны появляется здесь. Так, друзья мои, а у меня энергии-то не так уж и много. Хм. Имбу взять, что ли? Нет, я сыграю вот этим отрядом. Я даже больше чем уверен, что он сейчас будет терроризировать мою ниндзю. Попомни мои слова. Давай проверим. Так, 200 энергии нам нужно для жабы с молотом, да? И 200 еще нужно, чтобы призвать ниндзю. Давай про... Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, че ты? Вот юлит, жучара, а? Блин, ниндзя, конечно, будет тяжеловато пробить щитобота. Ага, хорошо. Давай-ка ульту. Ладно, друзья, я опять вызываю. Вот, видите? Он начинает бомбить именно ниндзю. Я так и думал, я даже не удивлен этому. Да что такое? Ты хорош, ты достал. Сейчас будет БФГшку бомбить, да? Ты олух. Как же ты мне дорог-то, а, парень. Теперь он БФГ отбомбил. Так, ладно, давай пробовать. Еще один физкультурник, это плохо, друзья мои. Это плохо. Так-так-так-так-так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай, пробиваем-пробиваем-пробиваем, друзья мои, ё-просоте. Что-то как-то плохо у нас получается, ты посмотри, они просто не дают нам ничего сделать, они отвлекают нас своими вот этими притягиваниями, оттягиваниями. И это все дело происходит уже возле моей базы, да? Здорово просто. И еще один молотильщик тут подъехал. Давай, я уже не знаю, как нам делать, ребят, я уже... Все свои ресурсы, все резервы задействовал.
Три физкультурника стоит. Ничего не получится, друзья мои. Ну давай вот так попробуем, может быть они хоть немножко отвлекутся. Ага, а что мне это дало? А ровным счетом ничего. А ровным счетом ничего, друзья мои. Все, урон по базе нанесли. Это не айс. Вообще не айс, друзья мои. Это физкультурники просто меня достали. Так, ну что, ставим на ускорение. Как-то ульта вот эта дурацкая, я тебе скажу. На самом деле, мне уже не нравится она. Вот эта вот башня бомбит молнией, и толку никакого. В общем, фейл, вы сами понимаете, да? Так, физкультурники, значит, да? Слушай, я буду мстить. Я буду им мстить в обязательном порядке. Мне это не нравится. Пришли себе как домой, да, и начали мне тут наказывать. Так, давай-ка мы с вами выберем. Какой отряд? Этот не буду, я не хочу его брать, на самом деле. Придется брать мою имбу. Будем карать по всей строгости. Давай. Особенно этих физкультурников. Паукоботов. Поехали, друзья. Так, ну что, я жду вас, голодранцы. Где вы там? Чумоходы. Так, приступим, пожалуй. Ну да, как обычно, по стандарту. Иди ты отсюда. Ну, бас, явился, не заплелся. Если мы вот так сделаем. Ты хорош, ты меня уже достал, а? Вот серьезно, я говорю, он меня уже достал, друзья мои. Всякой ересью. У него слишком часто срабатывает ульта. Разве ты это не заметил? Именно на молотильщиках. Ну-ну-ну-ну-ну, заплевываем, заплевываем их. Вот так, чтобы было неповадно. Хоба. Четверть хп, ребята, сносится удара Ронин. Это великолепно. Все, хана базе. А я же говорил, что будет месть жестоко. Ну, я, правда, не говорил, что она будет так быстро. Так, Джаггернаут, молотильщик и щитобот. Слушай, ну, здесь, я думаю... Так, кого взять-то? Ну, давай этим отрядом доработаем этот этап. Ну, почему бы и нет. Главное, 300 энергии накопить, вызвать нам Терракошу, а он уже будет сдерживать свои ряды. Так, секунду. Начинается, да? Ну, поехали. Другого выбора нет, друзья мои. Сразу же пила. Кто посомневался в этом? Еще один выходит, а? Он меня решил достать сегодня, я тебе скажу. Именно своими молотильщиками. Да ладно. Хорошо, нам, ребята, нужно вот так сделать. И вот таким вот образом. Заморозка. Так, будем копить на Грифона. Вот что я хочу сказать. Будем сейчас... Пила, естественно. Давай, Грифа. Тебя никто здесь не обидит. Так, погоди-ка секунду. Грифон... Нет, Грифон стоит нормально, а вот Терракоша сдает позиции. Где твое окаменение? Я не пойму. Тьф. Он даже ни разу, по-моему, в камень, ребят, не стал превращаться, а? В чем проблема-то, я не могу понять. Почему-то враг, когда на меня нападает, постоянно в окаменение встает. А, во, во, встал, наконец-то, я увидел. Так, друзья мои, я буду сейчас призвать Жнеца. Жнец, ты готов? Да, мой лорд. Давай, выходи. Лорд. Вперед, как говорится, в атаку. Молотильщика сносим. Так, давай приворот. Джаггернаут тут за нас на пару секунд. Давай вот так сделаем. Так, сколько у нас? 50 секунд на все про все. Но я думаю, нам хватит для того, чтобы разнести базу ему в щепки. Я еще, наверное, призову Грифончика одного, да? Для подстраховки. Ну, что ж так долго-то? Мне такое впечатление, что базы стали крепче у противника. Или что-то в этом роде. Раньше мы их просто, знаете, как эти спичные домики спаливали одним прикосновением. А сейчас что-то бомбим, 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 бомбим. Толку никакого. Так, хилбот. Твою ж налево. Опять этот отряд трясогузки. Блин, что нам делать-то? Нам придется с вами имбой пользоваться. Это единственный вариант. А как же мы с вами по нему босса тогда проходить? Сейчас, если мы здесь потратимся с вами. Фи, не знаю. Будем, как обычно, импровизировать. Так, ну что, где там ваш молотильщик? Или кто у вас там? Ага, щитобот пошел первым. Ладно, давай встретим его по-дружески. Оу, хилбот.
А ну-ка, Ронин, давай, пробивай сразу. Изи. Ну что сразу припух-то, что, а? Вот так-то. Давай-давай-давай, наказываем. Наказываем этого. Три удара нужно Ронину сделать, чтобы паука-бота забомбить. Это для меня что-то новенькое, ребята. Я не думал, что паук-бот такой мощный. А получается так. Ладушки, давай прыгунчика призовем. Призовем прыгунчика и будем с вами, наверное, копить на ведьму. Ураганчик. Все идет в масть. Нормуль. Даже ведьму не успел призвать. Ну что, друзья, у нас с вами босс. Кто тут у нас? Твою ж налево, термин 9000. А как я буду его бомбить без ульты? А? Как? Вот, ты, вот этой базой? Лопушковой? Нет, так дело не пойдет. Так дело не пойдет, друзья. Я, честно говоря, немножко в смятении. Вот, да какой немножко, я в полном смятении. Фух. Против термина 9000 я всегда, ребята, использовал ульту. Ульту свою имбовую, да? Именно луч лазерный. Но вот этим, извините меня, Г, как я его буду сейчас бомбить, я не знаю. Попробуем, постараемся. Выжать из себя все соки, какие настолько остались. Так, жаба с молотом пошла. Естественно, будет следом идти ниндзя. Без нее никак тут. Так. И копим с вами. Что, как ты ускорился-то? Парень, как ты ускорился, объясни мне. Что ты такое поймал, что ты такое съел? Ой, тут еще и джиггернаут. Ёпрсетет. Короче, нам нужно призвать богиню солнца. Наверное, да? Как можно быстрее. Давай-ка попробуем. Ну. Так, богиня солнца. Ну, естественно, он сейчас тоже незамедлительно вызовет термина 9000. Мне почему-то так кажется. Давай, ниндзю. Что-то не вызывает, друзья мои. Что это странное такое происходит? Где термин 9000? Я не знаю, что он сейчас... Вот он. Вот он, друзья. Оглушили мы его? Оглушили. Теперь надо нам пытаться как-то пробить. Как, я правда пока не знаю. Если сзади хилбот сейчас появится, он, естественно, будет его отхиливать. Так, 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 а он его отхиливает, да? Ну-ну-ну-ну, друзья мои, ну, изи. У-ху. Без ульты, вот так-то. Вот что значит профессионализм. Без всякой тут, ребята, ульты я смог его пробить. А ему просто некуда было отступать. Я его просто прижал к стенке, и все, и он сдулся. О, как это приятно. Это даже вдвойне приятно, когда ты убиваешь босса без применения каких-то там суперударов. Так, ну что у нас тут? Ракетный бот, репульсор и 12500 голды. А мы с вами переходим на территорию подданных. У нас, кстати, энергии, по-моему, с вами и не осталось. Нет, есть еще чуть-чуть, по-моему, да? Здесь две и вот тут вот... Подожди, вот тут одна, на имбе. Тогда мы начнем, естественно, тратить вот отсюда. Крестьянин плюс паладин. Крестьянин, это у нас, естественно, ребят, с вами спам, который сейчас побежит и будет нас весь этот уровень бомбить. Но, естественно, у нас тоже здесь есть такие ребятушки, которые будут противостоять. Да-да, это именно самурай и мечник. Ну, а против паладина, конечно же, нам нужен с вами тигр. Нам без него никак. Нам с вами нужен будет... Ох, сейчас будет влуплять. Ох, влуплять будет. Ну давай, тигр, быстрее. Корни. А? Хе-хе. То-то и оно. Так, друзья, теперь давай тыкву. И понеслась, как говорится, душа в рай. Вот так вот. Пускай там возле стенки и будут стоять прижатыми. Тигр довольно неплохо у нас бомбит. Вы сами это прекрасно все видите. У него урон неплохой. Единственное, что он очень редко это делает. Так, погнали. Успокойся, Палыч, успокойся. Мы сейчас корни туда запустим. И, конечно же, будем наносить дамаг и им, и базе. Как долго мы с вами разбираем, а, базы. Ну, хорошо. Все у нас получилось с вами. Ну что, друзья, по-моему, здесь еще одна энергия у нас осталась, да? Давай-ка проверим. Прибавляется только лишь копейщик. Давай отыгрывать эту роль по полной программе. Ну что, также, да? Спамчик, где твой спамчик? Где твои
крестьяне-фермеры. Один лишь только крестьянин торжествует. Неужели нету? С паладинчика начал. Будь по-твоему. А, еще и копейщик. Так, а в конце он призвал все-таки этого хламона. Ну что, друзья, я могу сказать вам одно. Вызываем тигра. Применяем сейчас ульту, если успеем. А нам нужно успеть. Так, погоди-ка, друзья, что-то здесь совсем не то, что я хотел. Разобрались. Нормулька. У тигра очень мало здоровья. Сейчас он погибнет. Главное, чтобы когда он погибал, призывал свою душу. Вот это тогда, как говорится, не напрасная смерть. А если он просто так упадет и ничего не пикнет, это глупо. Глупая смерть. Так, ну что, друзья, давайте. Вроде бы неплохо мы с вами идем. Совсем, я тебе скажу, неплохо. Он даже ничего не может здесь сделать. Вызываем тигра, выпускаем корни. И все. И вы сами прекрасно видите, что все у нас найсово идет. Даже его колокол там не помогает. Давай, давай, последний залп. Так, четенько. Мне нравится, как мы прошли сейчас этот этап. Ну что, друзья, у нас с вами... Оу, подожди-ка, была, по-моему, последняя энергия. Еще одна энергия. Но здесь грифон. Против грифона, конечно же, не пойдет этот отряд. А вот этот вот вполне. Давай, ребята, попробуем. Так, кто у нас тут? Ну, естественно, маг-рыцарь. Это первая наша имба, которая будет противостоять грифонам. Тихо-тихо-тихо, парнишка, вот, тихо. Не кипишуй, родной. Давай-ка накажем. Так, паладин, блин. Ну, Ронин. Во. Правда, жалко, конечно, что ты свою скорость потратил на этого крестьяшку никчемного. Ну, прожигаем. Нормуль. Так, кто там у него, ребят, я уже забыл. Грифоша, да, будет? А успеет ли этот грифоша вылететь, а, друзья мои? Кто мне скажет? Я думаю, пора применить ульту. Тьфу. Вообще изи. Ну, Ронин, конечно, красавчик. Когда он прокачанный по полной, это просто имба какая-то. Так, а здесь у нас паладин, ага, лучник. Лучник. Слушай, друзья мои, ну я скажу вам одно. Тыквоголовый против лучников — это самое то. Лучники имеют не такую уж сильную защиту, поэтому для тыквы это хорошо, он сможет пробить. Так что давай будем с вами тестить этот вариант. Я, наверное, сразу... Слушай, а может быть мы... Да... Ага, нет, не успели. Хотя можно попробовать призвать деда. Давай-ка попробуем. Блин, крестьянин всю малину, ребята, испортил мне. Хотел призвать деда, но видишь. Так, лукарь. Это плохо, друзья. Давайте вот так вот сделаем. Мне нужна ульта, вот она. Давай, 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 отжигаем. Сейчас только доберемся до лучника и все, ребята. Он сразу скиснет, сразу взгрустнет, поверь мне. Ну, ты сам видишь, да, прекрасно. Фаерболы просто их разносят в хлам. Ну и паладина, конечно же, мой тигр тоже разносит в хламину. Так, давай еще одну тыкву призовем, и будет нам с вами счастье. Так. О, мой самурай в истерику упал. Заплакал. Как говорится, вытер скупую слезу. Давай, друзья мои. Эти, как говорится, смерти были не напрасно. Уничтожаем ему базенку. Давай вызовем тигра. Нормуль. Еще и карточку на базу взяли. Ух, слушай, щекотливо, щекотливо. И у нас остается с вами только лишь территория захватчиков. Ну, естественно, еще один уровень на территории подданных. А у нас есть где-нибудь энергия с вами? Может быть, успела накопиться? К сожалению, друзья, нет. К сожалению, нет. И это очень плохо. Я бы хотел пройти, конечно, и чтобы следующая серия уже начиналась именно с той территории. Так, слушай, ну смотри, 101 уровень уже не за горами, друзья мои, совсем не за горами. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!